Всем доброго вечера, ребят. У меня мукбанг. Наделала вот такую вот штуку. Прям буду есть противень. Так, хочу, а что я одна? Ой. Так. Огурчики, помидорчики. И пивко я пью. Сейчас будем кушать с вами. Это я запекла картофель. Картофель у меня здесь с чесночком, с укропчиком. Потом я туда вот это самое... Морковочка у меня, брокколи, здесь цветная капуста. И наверх положила замаринованные эти, как их? Крылья. Вот. Запекалась ровно час. Обалденно вкусно. Я это уже попробовала. Окно открыто, спину дует. Ну, такая рукоденница. Как вкусно. Крылья у меня в маринаде пролежали. Ребят. Где-то. Час. Вот. Как вкусно. Сочные получились. Обалдеть. Вообще так вкусно. Картошечка, все. Я покупала, то овощи у меня не мои, я покупала смесь. Смесь. Угу. Божественно. Это очень вкусно. Картошечка. Вот. Смесь покупала мираторговскую. Это суббота. Покупаем. Брокколи. Морковочка. Картошечка. И курочка. Курочка нереально сочная. Очень вкусно. Обалдеть. Мастерица Ленка на все руки. Так захотелось мне запечь такое вот. Нет. А еще не ела сегодня? Сколько утра? Думаю, не буду есть. Стреляют, ёлки-палки. Это свадьбы, наверное, где-то идут. Слышно, наверное, да? Союз. Так вкусно. А нам это не грозит. Васька слушает, доест. Васька слушает, доест. Ищу. Где брокколи? Ой, какая я прям хозяюшка. Добротная. Так что готовьте такое блюдо. Ну, если я готовлю, что я буду говорить.
Хочу такую не сильно зажаренную. Потому что кости сами отпадают от мяса. Смотрите, что творится. Сейчас мне пишут. Говорить могу. Напишут мне с вилкой, с руками, туды-сюды. Ну, такая я свинота. Я свинка Пеппи. Мне так нравится кушать. Мне так вкуснее. Этикет я доставляю удовольствие себе, если я так ем, и своему желудку. А насчет этикетов, кому я там удовольствие достану? Людям? Я служу для себя. Походу, мне для женщины в годах мне никто. Буду я этикетом, буду я каким-то. Кто мне поможет? Никто, кроме меня самой. Как наши женщины все так. Если я надеюсь, сам не оплошай. И я в том числе из них. Сама приготовила то, что я хочу. Сама и с наслаждением съела так, как я хочу. Хоть руками, хоть ногами. Это мое дело. Обалдеть. Да что так, ребята? Мне это полное право. Ну ты так. Обедаловка моя. Дальше я это все не съем. Еще на завтра останется. Мне было очень вкусно. Вот такой у меня скромный ужин, ребята. Все. А теперь можно идти телевизор смотреть. Вкусно, хорошо. Сыто, пьяно и нос в табаке. Как говорила моя подруга Инна Судакова. Все, ребят. С вами была я, Елена Березкина. Всем спокойной ночи, хорошего вечера. Пока-пока.